Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я приглашаю вас на базу отдыха Дубрава. Мы здесь с девочками из клуба Гербалайф организуем мероприятие выпускное, потом позже расскажу, о чем это. Ну и, конечно же, моя задача вам показать, что здесь такое есть. Сейчас мы идем к администратору, узнаем, где колонка, заодно покажу вам, как выглядит вход в это место. За нашей беседкой у нас зона шашлычная. Мы жарим шашлычки. Главный шашлычник. Вы знаете, сколько у нас человек? Человек 30? 60. Как там 60? До сих пор приглашают. Еще не все приехали? Ну, вот мясом мы сегодня это. Обожремся. Вот. Такая тут собачка живет. Защитница. Собака! Тявкалка. Не тявкает она. Вот это вот домик администратора. Душевный добрый дяденька помогает нам. Вот так вот выглядит база со стороны дороги. Отдельный въезд. Среди сосен. Тут есть парковочка. Небольшая, но, наверное, достаточная. На территории базы продолжается какая-то стройка. Какие-то домики, помещения. На территории есть домики, но на сайте, по крайней мере, про два написано, которые можно взять в аренду. И 4 бани с купелями на улице. А дяденька, который администратор, обещал нам их показать. Так что я надеюсь, вам тоже удастся их посмотреть. У нас еще такая ранняя весна. Такая мокрость, снег мокрый. Но тут местами чисто, местами еще гололедно. На территории есть беседки. Вот, например, туалет тоже. Общественный, можно сказать. Эта база отдыха находится в минуты 20 езды от Железногорска, Красноярского края, если кто не знает, где я нахожусь, где я живу. И это, ну, рядом с поселком Березовка. Прям рядом между Красноярском и Железногорском, можно вот так вот сказать. От Красноярска тоже очень близко. Здесь несколько вот таких вот домиков, беседок разных размеров на разный объем. Мангальные зоны. Мы заняли самое большое помещение. Вот, кстати, детский городок тут. Горки, качельки. Кстати, качелек тоже несколько, но поскольку сейчас еще такая весна, все тает, то и качельки, соответственно, местами над лужами. Вон та длинная большая беседка, самая большая беседка наша. Внутрь зайду, покажу вам, что у нас там есть. И что примечательно, в нашей беседке есть собственный туалет и кухня. Пойдемте в гости посмотрим. Здесь у нас проходит детская активность. А вот у нас наша беседочка. Наш домик. Музыка.
кухня. Достанем, он висит. Может, вот так положить на стол? А вот это выход на мангальную зону. С нами есть девочка-фотограф. Надеюсь, мое портфолио пополнится новыми фотографиями. Я заканчиваю, а вам надо слово продолжить. Так мы ждали, когда закончится. Последнее слово. Так вот как раз она сказала, мы продолжим. Чистота, половина. Дело. Успеха. Тело. Тело? Последнее. В здоровом теле. Макс, правильный был. А у нас? Это как? Ребята, сейчас мы будем с вами дружно приветствовать всех номинантов, поэтому встаем кучнее, аплодируем, давайте фотографируем. Одела шапку, думала, что ветер поднялся, но вроде как все равно очень тепло. Такую шапку прикольную, амстердамскую. Так, пошли смотреть баню. Ах, нет, ну, правда. Самая такая, которая баня мне, которая нравится мне самому лично. Курить запрещено. Да но мы не сейчас. Курим. Не пьем. Так, пьем еще. Ну, здесь хлорка сегодня. Парилочка. Хлорка сегодня хлорили, здесь генеральная была, так что немножко хлорка. Ну, нормальненько тогда. Да. Приятненько. В принципе, нормально. Вот сегодня свободная она у нас. Ты что, бронировать же с сайта, да? Да. Как сайт? Там номер телефона на визитке у нас и там у нас теплый.
Допустим, а у остальных на улице, да? В первой и вот во второй здесь помещение вот. А в тех... будет, вот можно же сидеть. Ну, в принципе, так же, да. Вот. Да. Ну, хотя пель вот тут есть. Ну, так нормальная купель. Да, конечно, она тут. А там скамеечки пока покой там. Дай посмотреть, хочу попробовать. Тепленькая такая, еле тепленькая. Но она сейчас-то не подогревается, потому что никого. Это лето. Ну нормально, да, вот можно даже баню вместо беседки снимать. Нет, почему? Гал тут есть. В общем, в принципе, все для отдыха. Не знаю. Идем домик смотреть. Тут прям в лесу. У тебя есть свой домик? У нас тут и горка. Ой, а в домике тоже, получается, купель есть? Да, она с конца марта мы ее запустили. Ну, это, конечно, очень классная тема, купили на улице. А да. На какую температуру подогреваете? Ну, просто теплую сделаем. Просто теплую, не горячую? Не, не горячую. Можем горячую сделать, если вы захотите. Конечно, да, снимем. Да, гололед еще тут. Домики купили, нет. Ну, редко, когда два домика заказывают. И тот, и этот купили. Проходите оба, все поснимайте. Да, конечно. Знаете, тут уборка на территории. Ну, так-то, в принципе. Посуда вся есть. На запах не обращать внимания. Да, понятно, что хлорка это ну, после уборки. Ну, конечно, обрабатывается же, чтобы другие люди заехали и не было страха, что они что-то там... А домики сдаете на сутки? Или на сутки. Можно на двое суток, можно на трое. Если вы сдаете, снимаете на больше, там идет скидка. Здесь душевая, туалет вот. Угу. Так. Диван вот это раскладывается. Ну, то есть получается 6 мест так вот? Да, получается 6 мест. С видом на сосновый лес. Сосновая территория. Ну так-то уютненько тут. Прикольно. Это вы хозяин этого всего? Нет. Вот здесь, да, душевая? Я строю, да, там душевая. А, тут. А, тут вот как оно. Я просто строю сам. Туалет, ванной. Душевая кабинка. Ну, вполне даже. Уютненько, да? Очень, да. Вся посуда очень приятно. Здесь есть. Все есть, все, что нужно. Плита встроена, микроволновка. Холодная. А здесь как бы шкаф, да, у вас? Ну, там бойлер стоит. А, бойлер, понятно. И теплые полы, да, у вас? Да. Такая территория. 4 дня. Просто лесочек. Ой, еще домики новые строят. Раньше было называется раньше. Вот так не я это придумал. И на следующий день заеду. Выезд два. Выезд два, заезд? 4 вечера. А, ну да, как-то... Ну, вы знаете, как я вот, допустим, когда на смене, я если в домик пустой, я звоню там часов. А песика зовут Босс. Машет вам хвостиком. Босс! Такой холосый. Песик. Пес-барбос. Босс-барбос. Выяснили, что это строится ресторан на территории. Там будущий ресторан. В общем, на территории два домика еще. Как я увидела, два строятся. И... Будет ресторан и 4 бани на разное количество народа. А что мы здесь делаем? Я думаю, как вы уже поняли, девочки из клуба Гербалайф, они сегодня организовали выпускной марафона. Девочки хвалились своими результатами. Очень, они все молодцы. Вот, но я, конечно, не очень молодец. Я присоединилась к марафону где-то в
последний месяц, наверное, у меня результаты не очень, но я, честно говоря, не очень добросовестно выполняю все предписания врача, ну, консультанта. Вот, и мой консультант — это Катя Рылина. Вот. Ну, очень классное место. Вот, прям рекомендацион. Особенно, если будет... А, кстати, спросили, погода хорошая, спросили про клещей. Конечно же, обрабатываю территорию от клещей. Так что приезжайте. Еще бродит собак, вроде как добродушный, похоже, его наши дети кормили. Грязнуля такой, чумазик. Тут еще беседка, похоже, строится, хотя может не беседка, может домик, потому что беседки у них деревянные. А может и беседка. В общем, база растет, развивается. И здесь довольно комфортно. И, в принципе, недалеко от города. В окружении сосен. Ну, соснами, конечно, нас в Сибири никого не удивишь. Прогоняешь, барон. Тут обратно. Ну. Думаю, что мы с вами уже можем на этом прощаться. Я свою задачу выполнила, показала вам базу немножечко, показала свой досуг, чем иногда занимаюсь. И, как правило, получается, что мои последние видео, они как-то так всегда связаны с активностью в Катином клубе. Потому что девчонки молодцы, во-первых, организовывают практически каждые выходные какую-то активность, какие-то поездки, какие-то развлечения. Ну и не забывают и про детей. Сегодня было организовано и для детей, и для взрослых мероприятия. На этом я с вами прощаюсь. Напоминаю, что у меня есть телеграм-канал, где все самые актуальные события моей жизни, какие-то полезняшки, тесты, статьи, анонсы видосов. Ну, я, конечно же, общение, на любой вопрос отвечаю, по пятницам достаю вам предсказания, карты, подсказки Вселенной, ну и стараюсь как можно больше чего-то полезного давать, особенно в последнее время.
Ну и там вы сможете поближе познакомиться со мной. С вами была Ирина, была рада вас видеть. Всем пока-пока. Надеюсь, что увидимся скоро в новых роликах. Спасибо всем, кто подписывается, всем, кто со мной.